Проект «Читай быстро» представляет. Главный из книги Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа. 10 основных фактов». Факт номер один. Единственный путь выбраться из порочного круга при взаимодействии с деньгами – уметь обращаться с финансами и инвестировать. Факт номер два. Богатые богатеют, бедные беднеют. Разрыв будет только усиливаться. Факт номер три. Пока вы не заставите деньги работать на себя, вы будете оставаться наемным рабочим. Факт номер четыре. Деньги без финансовой грамотности – это богатство, которое вскоре исчезнет. Факт номер пять. Богатые покупают активы, бедные – пассивы. Бизнесмен покупает автомобиль для своего бизнеса. Финансово неграмотный человек покупает автомобиль для того, чтобы казаться богатым. Факт номер шесть. Финансовая борьба беспощадна. Ты или наемный работник, или на тебя работают бедные и средний класс. Факт номер семь. Сокращайте расходы. Чтобы вылезти из долговой ямы, просто контролируйте свои расходы. Факт номер восемь. Покупая предметы роскоши в кредит, вы приближаете бедность. Настоящая роскошь – это полная финансовая свобода. Однако ее имеют лишь единицы инвесторов на миллион людей среднего класса. Факт номер девять. Стремитесь увеличивать денежный поток ежедневно. Факт номер десять. Нужно знать, что покупать и как. Инвестирование – это искусство. Тяжелая повседневная работа – проявление вашей мудрости и таланта к успешным сделкам. Полный обзор книги ищите по ссылкам в описании под этим видео или на сайте буква.инфо. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, становитесь лучшей версией себя.